я пою лет 16, пришла в народную песню из бардовской. И, наверное, это было естественно, потому что в бардовской преимущественно поешь сольно, а все-таки вот в народной песне очень важно, чтобы рядом были близкие по духу люди. И вот это чувство коллектива, когда интуитивно, ну, телом чувствуешь тех, кто в твоем кругу, это незабываемое ощущение, которое наполняет душу, снимает напряжение и сподвигает к тому, чтобы что-то хорошее, светлое для мира сделать. Поэтому, хоть я врач, у меня тоже, наверное, это вот отчасти перекликается моя специальность. То есть там медицина — это про тело, а песня — это про душу.